хорошие. Я уже все детали связала джемпера. И сейчас я вам буду показывать, как я собираю изделие в единое целое. Да? Вот у меня спинка, вот у меня перед, вот у меня два рукавчика. Вот, и в общем, один я хорошо отпарила, да, а второй плохо отпарила. Ну ничего, сейчас да, отпарю. Так, и в общем, мои хорошие, начинаю я всегда с плеч, да, то есть вот так плечики накладываю друг к другу, у меня лицом, да, идет, плечики такие маленькие у нас, и начинаю сшивать. Сейчас покажу вам, как я сшиваю. Я сшиваю швом назад иголка, и делаю я это таким образом. Узелки я не делаю, иголочку с ниточкой. Я вот так в краешек и вот так ее оставляю, кончик. Я его потом заделываю и фиксирую иголочку для того, чтобы, в общем, вот так я зафиксировала, да? Дальше я делаю стежок. Вот так. Иголочка у меня идет назад. Вот ниточка, вот иголочка. И я его вот сюда вот таким образом делаю стежок. Сделала стежок. Все, у нас эта ниточка мертвая. Мы ее так хорошо закрепили сзади. Это вот так выглядит. Опять иголочка у меня идет назад на стежок, на шаг, да? И снова я ее вот так делаю. Опять. И так далее. Вот такие стежки. Сзади у меня вот так она ложится, ниточка. И вот так я продолжаю до конца нашего плечика. Здесь я ниточку уже закрепляю узелком таким. Все. И отрезаю. Шов сделан. Также кончик оставляю, потом его заделывать будем. Аналогичным образом сшиваем второе плечико. Далее я всегда сшиваю бока спинки и перед соединяю. Вот таким образом. Также таким же швом. Знаете, когда лицевая гладь присутствует вот здесь, да, на узоре, я делаю по-другому. Я делаю такое, крючком сшиваю, и у меня идет в край фабричный такой, прям фабричный шовчик. А в данном случае я буду пользоваться иголочкой, потому что изнаночная гладь мне нравится, как вот я делаю иголочкой шов. Так, то есть тут видите два разных приема. Также я, значит, иголочку не пользуюсь я узелками, да, все зафиксировал. Теперь резиночку тоже надо красиво здесь, чтобы она у нас красиво смотрелась, не сикоси-накоси. Поэтому тоже правильно соединить и сшиваем. Также назад иголочка у меня идет. Переходим на узорчик от резиночки и продолжаем сшивать уже узорчик. Все, я вам показала, так до конца делаем, до проймы. Итак, мои хорошие, при совмещении узоров важно, чтобы шов у нас, узорчик, да, соответствовали. Друг другу прикладываем спинку и перед, да, чтобы они друг другу соответствовали. Зеркально, вот так, симметрично было это красиво в узоре. Да. Здесь потом мы все отпарим, и будет красивый шов.
малозаметны по узору. Согласны со мной? Обязательно это учитывайте. И у резиночки тоже делайте вот так красиво, чтобы было. Видите? Теперь для рукавчиков у нас будет то же самое сейчас. Я сразу все люблю сшивать, не откладывать долгий ящик, да, то есть я беру, переворачиваю наш рукавчик лицом к лицу, также от резиночки прикладываю вот так аккуратненько, беру нашу ниточку с иголочкой и таким же образом от резиночки боковой шов делаю. Все то же самое, мои хорошие. Рукавчики тоже так подготавливаю. И, в общем-то, все хорошо. Так, все затянули мы тут все отлично. Смотрим, чтобы тут все было аккуратно. Никакие сопли нам не мешали. Так. И назад иголочкой вот так сшиваю, видите? Также узорчики старайтесь совмещать, да, чтобы узор к узору шел, чтобы красиво было. Так далее сшиваем. Сейчас наша задача поднять петельки для горловины, по линии горловины спереди и сзади, да, чтобы сделать планку, связать. Для этого я беру, значит, вот у меня 3,5 спицы, можно троечку взять, и, в общем, знаете, первую петлю обычно лучше крючочком вытаскивать. И смотрите, я начинаю вот с этого плеча, да, это вот у меня, значит, лицевая сторона передо мной. И вот отсюда с плеча я, значит, делаю первую петельку. Скажем так, вот отсюда. Хорошо зацепим. Первую петельку сделала, переснимаю я ее на спицы. И дальше вот таким образом завожу и вытягиваю петельку. Раз, два. Теперь с частотой с какой, смотрите. Ну, как-то вот так, мои хорошие. Никогда я не делаю каких-то расчетов определенных, там, сложных. Все как бы делаю на глазок, чтобы не было очень туго, чтобы не было. Вот так у меня получается, видите? Ну, какие тут можно сделать расчеты? Ну, ориентировочно 80-90 петель. И то ориентировочно. Так, тут же все равно будет сейчас резиночка у нас. Чтобы не очень туго и не очень свободно было. В общем, вот с такой периодичностью спицами я поднимаю петельки. Следующее, что мы с вами делаем сейчас. Значит, я посчитала петли, и мы сейчас уже с вами будем вязать резиночку 1 на 1. У меня 90 петель получилось, то есть по переду 50 и по спинке у меня получилось 40 петель набрано. И вяжем с вами резиночку 1 на 1. То есть, смотрите, резиночку вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем с вами, чередуем до конца. То есть, ну, круговое вязание. Вяжем по кругу. Таким образом, резиночкой на нужную нам высоту. Приблизительно высота будет 3 сантиметра. 3 сантиметра. Вот таким образом. Я это показывать не буду. Я вам покажу, как я петельки
буду закрывать уже эластичным способом. Так, ну все, не буду вам дальше все это показывать, и так понятно, да? Вот так. Хотела бы вам показать, как я закрываю петли горловины. Смотрите, вот у нас горловиночка уже провязана, да, и начинаем закрывать петельки. Я это вот так делаю, значит, обычным способом. Даже смешно показывать, честно говорю. Просто закрыть петель, все. Вот так вот как-то, мои хорошие, я это делаю. Стараюсь, чтобы не перетянуть и не слишком свободно было. Вот такой вот получается у нас средний вариант. Ну и слишком разболтана тоже старайтесь вот эта петля, чтобы была, ну, не затянута уж слишком, но и не слишком такая. То есть я вот эту ниточку постоянно подтягиваю, видите? Вот видите, подтягиваю ее чуть-чуть, всегда сдвигаю, чтобы не очень затягивать, и в то же время, чтобы не очень она была разболтана. Надо какого-то такого оптимального варианта достичь. Вот. Продолжаем. Вот таким образом закрылся у меня. Закрылась у меня, значит, моя резиночка. Вот так. Петелька одна осталась, да. И я сейчас ее крючочком аккуратно заделаю. Да? Вот таким образом. Ну и все, мои хорошие. Собственно, я всегда вот так делаю. Не знаю, как вы. Я видела там разные другие способы, да. Ну, в общем, у меня вот такой способ. Все. Дальше заделываем. Уже более тонкий надо крючочек взять. На изнаночную сторону ниточку вытягиваем. Все. Так, это все мы заделываем потом, когда... Сейчас наша задача шить рукавчики. Это вот у нас по спинке получился так. Такой вот аккуратный вырез, да. И по лицу вот такой вот вырез получился. Теперь, чтобы вшить рукавчик, необходимо нам вывернуть наизнанку наше изделие. Так. И затем наш рукав вот так вот на лицо засунуть вот сюда. Вот таким образом. Получилось у нас с вами лицо к лицу. Сейчас мы с вами, я с помощью булавочек или иголочек специальных наживляем вот эти места, то есть серединку, вот здесь два шва совмещаем и вверх выделяем целую серединку и совмещаем с линией плеча. Все. Вот таким образом и аккуратно я вот так вот буду сейчас вшивать наш рукав, втачивать. Давайте сейчас я схожу за булавками. Так, мои хорошие, найдена середина, видите, да? Совместила я плечо и отсюда начинаю. Здесь я ничего не стала фиксировать, оно и так все хорошо. Вяжем. Назад иголка у меня. Ниточка запуталась. Так, вот таким образом я обычно сшиваю. Втачиваю рукавчик в пройму.
аккуратно распределяю его полотно, рукава и выреза проймы. Так, мои хорошие, и в общем вот так у нас выглядит шов с изнанки. И давайте посмотрим, что получилось на лицо. На лицо посмотрим сейчас. Так, на лицо. И вот так он выглядит на лицо. Сейчас, конечно, все нужно отпарить красиво. Вот так. Вот так отпарим здесь сейчас эту линию, выгладим ее. И будет хорошо. Все ниточки, которые торчат, убираем, естественно. Второй рукавчик втачиваем. И наш джемперок полностью готов. Отпариваем все всякие. Вот горловину тоже отпарить нужно, соответственно, да? Согласитесь, вот здесь. Так, давайте продолжаем аналогично. Второй рукавчик втачиваем. Итак, мои хорошие, закончила я работу над этим джемпером. Вот так теперь выглядит он у нас. Все, здесь есть и вырез горловиночки, обработали сегодня. И рукавчики у меня оба втачены оказались. Все хорошо, все красиво, мои хорошие. Вот, в общем, вязала я его в общей сложности на почти месяц. Вот так, знаете, наскоками. Появлялось свободное время, да, и я его вязала. Появлялось свободное время, я его вязала. То есть я не сидела целыми днями, да, чтобы его связать. Так, если в реальности его вязать, ну, наверное, дня 4-5. Если так вот сесть, задаться целью, может, даже меньше. Можно и за 3 связать, наверное, если прям совсем там по 12 часов, да, вязать. Ну, в общем, не к этому я все веду разговор, мои хорошие. Я желаю вам удачи. Если вам понравился этот джемпер, пожалуйста, вяжите. Все у вас и схема, и выкройка, все мои как бы объяснения. Пыталась сделать попетельный мастер-класс. Боюсь, что мне теперь это уже, наверное, не удастся сделать. Такие попетельные прям с самого нуля. Чтобы прям сидеть и аж до набора петель показывать, как я набираю. Мне эта тема больше не интересна. Я буду... Мне нравятся технические сложные узоры, да, и нравится создавать из них вот эти прекрасные джемпера. Джемпера, кофточки, кардиганчики. Вот. И поэтому, если буду я делать какие-то мастер-классы, то не повторять за кем-то, а придумывать свои собственные модельки. Вот. Ну, а так, мои хорошие, давайте с вами оставаться на связи. До новых встреч. И, в общем-то, буду вас пытаться радовать новыми мастер-классами.